хорошо, мам, целую. Вова, завтра приезжают мои родители. Как? Куда? Я слишком мало! В доме! Убрано! Мусор! Вынеси! Посуда! Куплено! Ты дурак! А, помыл. Передача «Охота и рыбалка» для папы есть? Настроена. На каких каналах? На всех. Хорошо. Говносериалы для мамы? Тамара Ивановна будет довольна, смотри. Турецкий, бразильский, индийский, все серии, все сезоны. А наши? Три темы, которые мы не обсуждаем за столом. Внуки, выборы, футбол. Если только мама не за столом. Вова, давай как приберемся, потрахаемся. Так мы ж не трахаемся. Молодец. Так, где ты работаешь? Что, забыла, что на монтаж? Я старший специалист по обслуживанию многофункциональных средств передвижения. Переведи. ЭКАР, инженер-механик. И главное, мы живем раздельно. В смысле? Так надо. Алло, здравствуйте, у меня что-то ком завис. Нехер порнуху сутками смотреть. Так, Владимир, вы отчеты годовые сделали? Ой, как же похуй. Все, сейчас все бросаю и сделаю их быстро, никогда. Хорошо. Ну да, давайте. Вера, привет, давай полтинник, там все на пиццу скидываются. Ой, а я никогда не скидываюсь. Ладно, я закинул тебя. Алло, что? Мне никто не звонит, я просто говорю выключенный телефон. Да, я выезжаю, вызывайте пожарных. Слушай, а ты знаешь, почему я всему офису дала, а ты дома? Нет. Просто ты мне нравишься. Вова, весна пришла. Все, мужики, всем пока, до декабря, ну или до мая, если дожди пойдут. А сейчас асфальт, ну нахрен. Не открывай, это ваньком. Да ладно, они уже так не ходят. Здравия желаю, вам повестка. Мяу. 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 Что ты мяукаешь? Дай мне хоть весной передохнуть. А мне гулять? Куда, шапку надень? Да там уже тепло. Уже весна? Так там же ж мой сериал начинается. Сколько? 150 за час. Поехали в баню. Куда? Птички, весна. Поехали в парк. Скоро сентябрь. Новый айфончик подъедет. Ого! Уже март! Пора худеть к лету! Это что такое март? Сынок, к бабушке ты ездишь на все лето не потому, что она скучает, а потому, что мы с отцом заебались. Сынок, помнишь тот конструктор, который ты хотел? Да. Так вот, мы с папой купили тебе спортивный костюм, который сейчас тебе нужнее. А нам дешевле. Сынок, можешь есть шоколад сколько хочешь, жопа не слипнется. Но можешь получить пи***. Так, сынок, иди побегай с друзьями немного. Но захочешь пить, я тебя не выпущу. Сын, а ты приемный. Каждый раз смешно. Здорово, мать. Деда Мороза не существует. Что ты тут делаешь? А мы тебя с мамкой не в капусте нашли. Я знаю. Мать, он походу нашел нашу кассету. Сын, а тут это... Такой разговор, знаешь, это... Короче, ты приемный. Бать, да уже не смешно. И мне не смешно было. Мама говорит, давай возьмем, такой красивый мальчик. Вова, иди посмотри, что там. Да что там такое? Ёб твою ногу! Будь мужиком, убей его! Я не хочу, я слишком молод, я хочу еще детей. Ты хочешь детей? Нет. Вов, иди убери его. Кого? Паук. Какой? Вон! О, прикольно, паук. Ай! О, я теперь Человек-паук. Бля, вызови скорую. Я не могу. Быстро убей его! Ты что, с ума сошла? Их нельзя убивать. Это редкостные пауки, это птицеед. Они занесены в Красную книгу, их нельзя убивать. Лера, смотри, что это? Ой, ну вы и кончены, я же не ядовитого вида. Ну все, блядь, за щеткой побежал. Сейчас начнется. Привет, знакомься, это моя подружка Лера. А, это конченые, да? Да, это я. Ребята, мы сегодня проведем просто шикарный вечер. Да, конечно, только я минут через 20 уже еду. Ты че тянуть? Можешь сразу валить. Ребята, а давайте закажем пиццу? Да ну нафиг, сейчас скидок нет, дорого. Заказывай как можно больше, я так жрать хочу. Ребята, кто какой чай будет? Не, я бы пивка бахнул. Ты давай сразу водки.
Вера говорила, ты окажешь знатный. Вова, расскажи, кем ты работаешь? Фрилансер. Безработный? Да. Ребята, я на минуточку отойду. Не оставляй меня с этим маньяком. Ребята, а давайте в монополию поиграем. Иди нахрен. Ты знаешь, Лера недавно со своим парнем рассталась. Опа, бухта свободна, а отдать концы. А что это за дерево? Ничего себе, какое-то дерево. У нас таких нет. Да это просто сосна. Не просто. Так а куда вот идти? Смотри, там какой-то прикольный фонтан, там памятник местному герою, я в бар, давай. Значит, смотрите, там у нас прикольный фонтан, там у нас памятник какому-то герою, с вас 500 евро. Как интересно. Давайте денежки мне давайте. Excuse me, how much this magnetic? 300 за штуку. Сколько? Сколько? Я местный. А, ну тогда 6 за килограмм. Ну, давай, пару кило слышно. Так, вы меня понимаете? Смотрите, вот там фонтан прикольный, нужно плитку переложить. Вот там у нас памятник, нужно перекрасить, понятно? Я в бар. А кто последний? Никого, ну окей. Слышь, ты чё? Руки убрал, я же мать! Там... Мне только спросить. Да сколько можно? 21 век на дворе! Да я тут вообще с четверга стою, а? Проходите, вам нужнее. Можно? За мной будешь, поняла? Смотрите, дракон. Ты куда? Вы куда? Куда? Смотрите, дракон. Каждый раз смешно. Извините, я за женщиной занимала. Вообще-то я следующая. Я занимала, я стояла. Занимала. Нет, я стояла. Да мне все равно. Короче говоря, проснулась утром, поняла, что микробиология не мое. Посмотрела, что снимают другие, решила делать пранки. Пранки это не мое. Решила снимать вайны. Поняла, что снимать вайны тоже не мое. Увидела косметику, решила стать бьюти-блогером. Ну, красить это я точно умею. Бьюти-блог тоже не мое. Расстроилась. Вова меня успокаивал, сказал, что я самая красивая. Точно, я же самая красивая. Буду инстаграм-моделью. Вова не оценил эту идею. Позвонила бабушке, хотела получить совет, как снимать крутые видосы и писать классные посты. Долго слушала про пенсию и что-то про Сталина. В общем, запостила фотку с котом. Сама себе поставила лайк. Обзвонила всех подруг, попросила поставить лайк. Снова позвонила бабушке, опять выслушала что-то про Сталина. Намекнула, что Вове тоже нужно поставить лайк. День подошел к концу. Короче говоря, стала блогером. Вера, слушай, может, пойдем пошалим? Отмазка номер один. Ой, голова болит. Вера, а можно сегодня мои друзья придут, мы футбол посмотрим? Нет, нет, еще раз нет. Они опять все засрут и вазу мамину сломают. Ну, конечно, можно, это ж твоя квартира. Тебе решать. О, а пойдем сегодня в кино? Какое нахрен кино? В ресторан хочу. А что за фильм? Да какая-то комедия. Дожимай на ресторан. Ну, если бы это была мелодрама, то да. А так у меня есть идея покруче. Может, тебе сиськи сделать или губы накачать. Ради кого? Ради этого? Что ты делаешь? Положи! Ты что, уборщица? Ну, а кто? Что, больше некому? Вов, ну что ты делаешь? У меня тут по работе отчет, очень точно нужно сделать. Похрен, мы хотим играться. Ну, Вова. Вера, ты подожди, ну. Вова, у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Какой нахрен серьезный разговор? Ты залетела. Ты только не волнуйся. На третий месяц. Так, без пропуска не пущу. Так я живу тут. Все равно не пущу. Стоять, ты куда? Тамара Ивановна. Проходи, мой хороший. Здрасте, я к Маше. 35-ю? Да. Проходи, там уже трое. Петров, стой! Тебе мама пирожки передала с яблочками. Очень вкусные. Стоять, алкаш! Не пущу! Ты еще дура, я декан. Здравствуйте, передайте Маше шоколадку, а то мы поссорились. Да-да, передам. Здравствуйте, я к Светке. Ну, давай попробуем. Завтра приходи. Хороший мальчик. Симпатичный. Господи помилуй. Здрасте, вот пропуск. Давай, проходи быстрее. Стоять, после
11 не пускаем. Так что, мне на улице спать? Чего сразу на улице?